хорошее вино. Отлично, приступим. Но как же выбрать хорошее вино? Идея! Буду смотреть на этикетки. Медвежья кровь? Кндзмарули. Чего это вообще? Ладно, посмотрим еще немножко. Так, хорошее вино нужно дегустировать. Первая нотка спирта, флора, фауна, лайм, баранина, моющее средство. Черт, я же не разбираюсь. А что, если они подумают, что мне нет 18? Так, делаем серьезное лицо. Стоп, мне же есть 18. If you can't make your mind... Блин, сделай умный вид. Осадок, проверь осадок. Не знаю, паника, паника. Делай умный вид. Проходи, проходи, не смотри на меня. О, возьму то же, что и он. Блин, лучше куплю конфеты. А как выбрать хорошие конфеты? Здравствуйте, доктор. Мне нужна какая-нибудь омолаживающая и расслабляющая маска для лица. О, знаю один хороший домашний рецепт. Записывайте. Берем, значит, лимончик и режем его на тоненькие долечки. И на блюдечко кладем, ждем минуточек 15 и под конечок. Что? Доверие между доктором и пациентом – это святое. Когда вы делали мне парафинотерапию, у меня онемела рука. Не могу ей двигать, мне очень сложно. Не, ну послушайте, а кому ж сейчас легко-то? Времена-то какие. Доктор, после прошлого визита к вам у меня обсыпало все лицо. Можем намазать тоналкой. А помнишь, я просила тебя не трогать личико пальчиками? Помнишь? А ты трогала, да? Давай сюда свою правую ручку. Она у тебя лишняя. Давай, давай. А хорошие мастера ждут тебя в Люминис. Мне, конечно, приятно, но не стоило так тратиться. Но они ж, наверное, дорогущие. Да всего 6000. 6000 он потратил? Да лучше б ты мне их наличкой дал. 6000! Алло, Маринка, у меня парень, да? Так мило, я думала, ты уже и забыл про нашу 7-ю годовщину. Тут нет, может быть, в шариках? И тут нет. Семь лет встречаемся, где мое кольцо? Это тебе. Ой, спасибо, не стоило. Это же мужские духи, зай. Это ж мой подарок на 23 февраля. Они почти закончились. Swish, swish, swish. Another one in the basket. Сегодня в нашем видео снимется мопс. Правда, это не наш, это соседи. Ты своим хрипом меня перебиваешь. Она делает такие звуки, что мне кажется, она сломалась. Я сейчас погуглила, это, короче, у них нормально. Давайте запомним, как она выглядит, и я буду делать образ хэллоуинского кровожадного мопса. Начинаем. Жалко тени, жалко, а что делать? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. Мне кажется, Илья похож на небритого мужика. Глаза у мопса черные, как твоя душа. Swish, swish, swish. Another one in the basket. Your game is time. Вот и все. Когда я смотрю на себя в отражение, у меня в голове играет только одна песня. Эх, шарик, я как и ты был на цепи. Волосы покрасить сзади, я краску уже купила. Матерь божья, это шо, фиолковый? Да бабуль, не волнуйся, сейчас так модно. То она в зеленку макается, а то марганцовку вздумала на волосы лить. Ба, это тоник, он смывается водой. Что-что? Безаммиачный тоник. Где что, на тех матиков нахваталась? Иванна, ходи ты сюда, сил моих больше нет. Иванна! Деточка, что ж ты так свою бабуню изводишь-то, а? Ох, я просто хочу покраситься, хорошо? Тебе ж еще детей рожать. Побойся Бога! Да постоянно вы одно и то же, это тут при чем? Ох ты, погляди на нее, как грубиянка на бабушку так кричать. Жопа битая давно была? Ох, ладно, спасибо, я сама. Ой, Бога сильно. Наркоманка наша Аля, не иначе. Тебя. Мы смотрели с девчатами передачу по телевизору. Там говорили, что телефоны вызывают наркоманию Васильевна. Так что точно да. Ой, батеньки. Слушают это своих фараонов, чьи египтяне, ну вот эти все, их египетские какие-то модные тренды. Ох уж это молодежь. Употребляю. Да, бывает. А что, я и вам взяла? Давайте, а, за знакомство. В наше время без этого никак.
Ответственная, коммуникабельная, и очень быстро приспосабливаюсь. У вас в резюме написано, что вы владеете 43 языками. Продемонстрируйте, пожалуйста, наречие северных племен Непала. У-ху-ху-ху-ху, белый человек, ху. А как у вас тут повышение получается, вы мне расскажете? Со стола слезла курица. Не получается повышение. О, а вода в кулере еще бесплатная. И горячая тоже. О, можно голову помыть. Ты там на стуле не качайся. Я понимаю, что сейчас это твой кабинет, но как бы ничто не вечно. В смысле вы предоплату не делаете? Но я же пришла на собеседование. Вы хотя бы покажите деньги, чтобы я знала, что они у вас есть. Я понимаю, что вы Apple, но мне нужны гарантии. People always eat junk, especially when they're fucking drunk. People always eat junk, especially when they're fucking drunk. People always eat junk, especially when they're fucking drunk. People always eat junk, especially when they're fucking drunk. People always, people always, people always, people always, people always eat junk, especially when they're funk and drunk. Funk and drunk, funk and drunk, funk and drunk. Ну, конечно, прогуляемся. Я только соберусь. Мне нужно всего лишь принять душ, шампунь, маска, гель для душа, скраб, пробуждающая маска для лица. Зая, я уже почти все, я на выходе. Хватит мне трезвонить. Масло для кончиков волос, база под макияж, брови, подводка, психануть. Умыться, расслабиться, начать все сначала. База, брови, тоналка, консилер. Да, Зай, я уже на остановке. Хайлайтер, контуринг, катастрофа. Еще одна ошибка, проехали. Губы, отрепетировать свое приветствие перед зеркалом. Да иду я уже! Найти чистую футболку, застегнуть. О, помаши рукой, кажется, я тебя уже вижу. Вспомнить, что уже не лето и расстроиться. Надеть штаны. И наконец-то выйти. Зай, тут такое дело. Давай на завтра. Аль, погнали в кино? Давай, а на какой фильм? Да пофиг, на месте разберемся. Так, Карлсон, Бригада 2 и взломать блогеров. Аль, давай набухаемся. Антош, пошли в кино? Да, давай, как раз какой-то боевичок вышел. Не хочу боевик, хочу романтическую комедию. Так пошли на Выбывайло. Что это? Ну, в складе Хайлендерс. Майки, тебе болячи? Мы не офигенно. Легендарный Вышибайло повернулся. Покажи, в кого тут найбільший член. Скоро угрі. Аля. Выходи за меня. Аль, пошли в кино. Ну, у меня нет денег. У меня тоже. Поздравляю, с днем рождения, счастья, радости, всех благ, это тебе! Ну что, где покушать можно? С праздничком! От нашего дома к вашему! Открыточка! Спасибо! А подарок будет? Ну, подарок? Это открытка! Поняла? Подруга, дарю тебе сапоги! Хорошие, добротные, в хозяйстве пригодится! Так это ж твои! А-а-а, уже твои! Айфончик для моей самой любимой подружечки! Не стоило. Это ж мой. А все новое — это хорошо забытое старое. Ну, у меня нет денег на подарок, и я, наверное, не приду к тебе на день рождения из-за этого. О чем ты говоришь вообще? Самое главное, приходи, это лучший подарок. Хорошо, что так. Я уже у тебя дома. Слушай, а где торт? Я что-то в холодильнике не нашла.